В общем так, парни. Вот. Имитация. Ну, что попытался, что получилось, то получилось. Сделал крепление для спиннинга. Ну, почти ровно. Тут стрелять с него не будем. Вот банка от лодки. Здесь снял покрытие туда мягкое. Выточил вот такую херню. Здесь в отверстие ставим резинку. И она вот через круг будет вот сюда вот зачекиряться. Берем вот так вот. Вставляем. Вот. Это будет спиннинг смотреть назад. И вставляем спиннинг катушкой вверх. Вот. Так он у нас выскочит. Видно, да? А так он у нас не должен выскочить. Вставляем в паз. Отпускаем. И спиннинг, даже катушка не мешает. И спиннинг спокойно лежит себе тут. И никуда не торопится. Никуда не выпадет. Здесь не забываем, здесь будет резиночка, которая идет, проходит вниз. И вот за этот крючочек она так прекрасно как раз. И чтобы кронштейн никуда не слетел. Все. Сказка. Осталось сделать еще парочку. И будет опупенно. Всем спасибо. И мне тоже. Я старался.